Мы сегодня будем говорить о таких вещах довольно сложных, но будем это говорить очень просто, и фактически все сведется к цветовой алгебре. Да? То есть так или иначе мы посмотрим и динамику целой ТЦ-системы. Да? У нас тема занятия, квартоны. И в частности мы будем говорить про цель ТЦ-системы. Да? Это С. И Джукси. То есть мы просто еще раз, чуть более детально, чем у нас было на лекциях, посмотрим, как связаны разные ширины для этих систем. Поговорим о том, насколько хороша подобная модель представления ценности С системы в самых низколежащих резонансах. Это С и Джукси. Да? Вот давайте начнем с первой нашей задачи. Первая задача. Мы рассмотрим это С низом, да? То есть у него фактор состав ценности С. Это 0 минус плюс низом, да? P четкость, напоминаю, это есть минус единица в степени n плюс 1 в данном случае, 2 фермиона, фермион антифермион, да? C четкость, минус единица в степени 5 плюс S, да? Смотрим самое нижнее состояние, то есть радиально невозбужденное состояние. Для того, чтобы такие квантовые числа образовать, у нас спин и момент будут равны нулю. Можно было бы, скажем, рассмотреть спин равны 0, момент L равны 2, да? Тогда уже полный спин не сложили бы в 0, да? Либо спин равны 1, L равны 1, тогда у нас уже подчеркнуть другая была, да? Здесь вот вариантов не сильно много. И наша задача будет такая, то есть мы хотим сравнить, найти отношение это c и 2 гамма, то есть ширина это c до 2 гамма к ширине это c в 1. Вот такое отношение. При этом мы будем исходить из того, что два кварка у нас являются нерелятивистскими. В мизоне у меня есть кварк и антикварк, да? Они образуют какую-то нерелятивистскую систему. Кстати, давайте сразу здесь напишу. У нас масса это C, это почти 3 Г, то есть это будет 2979. Ширина, полная ширина, да? Да, обозначу ширина. Она почти полностью насыщается адронной шириной, то есть главный подавляющий вклад туда будут давать адроны. Это С в адроны. И это примерно 13 метров. Цифры после запятой не пишу, но это не сильно интересно будет. У нас, в общем-то, оценки будут на самом деле по порядку величины сделаны. Бранчинг, экспериментальный бранчинг, то есть экспериментальное значение вот этой величины, это C в 2 гамма. Бранчинг.
программа, да, после, как я сказал, знаменательный стоит фактически полная ширина, а это приблизительно 3 на 10 минус 4. То есть это экспериментальное значение. Вот, а мы попробуем с вами теоретическое значение выбрать. Давайте начнем расчетом. Будем исходить из того, что у нас ТЦ-система не релятивистская, и масса С-кварка, масса анти-Ц, это 1.5 гела. Да? 1.5 гела. На самом деле это уже довольно такое грубое приближение, потому что реально эта масса, это есть некие параметры, которые по-хорошему нужно находить каким-то образом, извлекать. Да? И существует более теоретическая такая проработанная процедура, именно правило сум КХД, откуда вы эту массу С-кварка в принципе можете извлечь. То есть это некое соотношение, которое использует дисперсионное соотношение для поляризационного оператора, да, в правой части стоит экспериментальные данные, в левой части стоит теоретическое предсказание для этого поляризационного оператора. Вот. И из этого соотношения можно находить разные величины, в частности смотреть, какую надо брать массу С-кварка. Оказывается, вот это некая сложная кухня, вам про нее еще хочется говорить. Но факт состоит в том, что вот, согласованным с правилом сум значением для массы является что-то порядка 1.3 гела, да, 1.25, вот так вот 1.3. То есть, в общем-то, считать кварки CNTC в мизоне, особенно в GPC мизоне, совсем не релятивистскими, это довольно плохое приближение, оказывается. Вот мы сейчас с вами найдем это отношение, а потом посмотрим, как хорошо работает водородоподобная модель. И увидим, что на самом деле она будет хорошо у нас работать. Она будет хорошо работать, но это фактически будет связано с тем, что все очень чувствительно к цифрам. Все формулы, если я чуть-чуть изменю вот это значение, да, у меня сильно могут поехать цифры, поэтому вы сильно не обольщайтесь относительно того, что, как мы увидим сейчас, что водородоподобная модель хорошо работает. Да? То есть мы имеем на кварковом уровне NDC, да? C, антицентр, и они у нас распадаются либо в два фотона, да, либо в два фотона, либо мы говорим, что у нас главный вклад по теории возмущения сильного взаимодействия является распад два глиона, вот здесь у нас это C, да, два глиона. То есть вот эта реакция происходит на расстояниях порядка единицы на МЦ, да? А потом эти два глиона адронизируются, да? То есть они переходят в конечную систему адронов, и это происходит на расстояниях больших уже, да? Величины на расстоянии порядка единицы на лямбда КХД. То есть мы будем работать в том приближении, что главный вклад в этот процесс, это целодрон, да, дает двухглионный канал. Да? Это оправдано чем? Тем, что константа альфа-С на константа альфа-С, она на масштабе МЦ, она достаточно мала. Вот мы ее, кстати, и оценим сейчас, насколько она мала. Вот. Ну, давайте попробуем посчитать. Это у вас было на лекциях, как-то бегло, поэтому я надеюсь, что вы воспроизведете. А что вам нужно помнить из предыдущих курсов, в частности, из электродинамики? У нас в электродинамике было такое сечение, плюс и минус, 2 гамма. На пороге релятивистская, да? Релятивистская.
чему оно было равно? Характерная особенность какая? Ну, во-первых, единица на массу электрона в квадрате это по размерности, альфа в квадрате это по размерности, да, вот это там единица на бета, да? Из потока фактически, из потокового фактора, да? Единица на бета. То есть при малых скоростях, то есть бета, это у нас что такое? Это корень квадратный, 1 на 4 массы электрона в квадрате поделяется, да? Если у меня вариант, я беру энергию очень близко к 4 массам электрона, то бета стремится к нулю, и формально эта величина становится большой. Да? Вот мы будем, это наша главная формула, это первая задача. Вот мы ей давайте будем пользоваться. Давайте к доскриптам не выходите, кто хочет. Кто на лекции это хорошо понял? Все, что рассказывается. Андрей, да, хорошо? Вот сейчас это мы читаем. Начнем первое, да? Начнем просто по очереди напишу. Первое это ширина ОВЦ квадрата. Да? Вот, да. У нас проще матричный элемент даже. Проще же матричный элемент. А зачем нам маточный элемент не нужен? У нас уже как бы это все посчитано, да? То есть мы берем нейролитилистский матричный элемент, да, вот этот нейролитилистский матричный элемент, называем его по матричному квадрате, сделаем стандартные процедуры, и для E плюс E минус мы имели такой ответ. Нам просто нужно пересчитать этот ответ для C анти C. То есть что нам нужно учесть? Вот там штрих добавить. Да. Что добавить? Не-не-не, это фотоны. Сейчас два фотона. То есть это электродинамика. Ну, там, в электродинамике там просто заряд меняется. Здесь заряд меняется, и плюс еще есть некое фиксированное цветовое состояние. Правильно? Вот здесь вот у вас это неполяризованное сечение. Да, надо следить по. То есть вот здесь вот сечение усредненное по всем спинам начальных частиц, да? А нам нужно взять конкретный спин ТЦ. Плюс еще у нас есть еще для случая ТЦ конкретное цветовое состояние. Напишите вам функцию цветового состояния. Вот мы на прошлом семинаре как раз ее с вами писали. Вот там, как это у нас? Синглет, да? У нас цветовой синглет. То есть псидежитое синглетное, как оно выглядит? Как посильнее ее рисуете? Можно просто. У нас двумя индексами, да? Один кварковый размер и другой кварковый. Синглетная волновая функция какая была? На единичку нормированная. Мы специально там нормировали это в прошлом семинаре. А синглет, значит, это дельта и жи, да? Дельта и жи. Единица на корень из-за. Другого индекса, запомните это дело. Вот вы стойте, запоминайте. Хорошо. Что писать-то? Вам Сергей тоже это сказал. Единица на равно. Посередине. Это и же единица на корень из n, да? То есть она нормирована таким образом, что если вы пси и жи свернете в пси и жи, получите единицу. Да? То есть все вероятности нахождения любого цветового состояния дадут единицу. Да? Хорошо. Вершина что здесь стоит? Да. А еще раз, это фотон. Е-гамма. Минус Е-заряд, да, как вы сказали. Гамма-мюн, как обычно стоит. Фотон стоит, что здесь стоит. Если здесь индекс И, здесь индекс Ж. Т и Т, и Т, и Т. Где Т, чему равно в случае электродинамики? Дельта. У нас группа У1 калибровочная, поэтому просто дельта в данном случае и штрих, да, то есть вот это цветовой индекс и штрих. Дельта символ, правильно? Там проще здесь других надо сопряжение. С цветовыми состояниями.
Но у нас цвета нет в электродинамике, у нас только ХДП является. А вот по цвету она у вас и диагональна, да? Дельта и штрих. Цвет у вас переносится. Благополучно. Да, он вот не переносится. А с формальной точки зрения действительно стоит генератор нашей группы, да? Группа калибровочная в случае хризинамики, это О1 группа, да? И там генератор это просто вот после единичка будет. Почему у нас там СУ3 и СУ2, а в электродинамике просто О1? Какой ответ вы хотите услышать на наш вопрос? Значит, почему? Вот электродинамика – это калибровочная О1 теория, да? Но мы ее с вами как-то построили вот в первом семестре, и по факту она имеет О1 калибровочную вариантность. Ну, наверное, интересует вопрос, почему О1? Почему это СУ1? СУ, потому что я говорил, что у вас группа простая должна быть. То есть группа должна быть простая, поэтому СУ1. А там у вас О1, она и так уже простая. То есть там не надо S добавлять. S вам сделает детерминант единицы, и группа станет тривиальной из одного элемента. А так у вас повороты E в степени φ, да? То есть по окружности вы бегаете групповое преобразование. Да. В смысле, чтобы унитарные были эти преобразования? Ну да, унитарными. Но я говорю, что там у вас калибровочная группа это О1. Не надо из нее делать СУ1. СУ1 это тривиальные группы из одного элемента. Ну понятно. Да? А вам нужна нетривиальная симметрия. А в КХД мы берем СУМ, да, потому что я говорю, что мы наши калибровочные группы конструируем из простых групп. Из простых групп, да? А СУМ простая группа, да? А УМ, она не является простой, потому что в ней есть нетривиальная У1 подгруппа, да, в фазовых вращениях. То есть эти фазовые вращения мы можем отдельно выделить, да? Если вы берете группу слабых взаимодействий, у вас тут будет У1 крест СУ2, да? То есть вполне можно У1 группу добавлять, да, к рассмотрению, вот так вот прямое произведение беря. Да, вот матричный элемент, значит матричный, давайте и матричный элемент. Во-первых, заряд здесь сидит, а во-вторых, кроме Q квадрат, что еще будет? Но волновую функцию надо строить. Вот если вы волновую функцию Пси и ЖД сворачиваете со всеми вот этими генераторами. Здесь стоит дельта И и штрих, а здесь стоит дельта И штрих Ж. Да? Вот это активный. По цвету, раз цвет переносится, да? И штрих Ж. Я так понимаю, что у нас просто получается произведение волновых функций на чем? Ну, вот Пси и Пси С и Пси АФС. Вот вот ПСИЦ и ПСИЦ. Вот это волновая функция, зачем она считается? Вы вашу волновую функцию, да, сворачиваете с тем, что у вас стоит в маточном элементе, да? В маточном элементе у вас, ну, можете написать их, как на самом деле у вас пишу, да, и в каждой вершине здесь стоит и штрих, уже, да? Вот так. И штрих, и штрих. Вот, чтобы их наоборот было написать, чтобы согласоваться. Вот здесь и же напишите, и же. И же. Пойдем. Так. Почему так? Ну, да, так. Вот здесь так и вот это расширяешь. Да? Да. И штрих. Да. Ага. А, ну, все. В конце у нас два фотона, они бесцветные. У них без этого волновой функции нет, да? Ну почему это все равно? Получается, мы сворачиваем в одну дельту, получаем. Не стирайте ничего равно, пишите на одно. Значит, это будет просто дельта G. Значит, это G будет просто Пси и. Ну а чего равно? Ну, это размерность просто. А размер все. То есть получится корень. Корень, да.
куб в квадрате же, да? Конечно, куб в квадрате, потому что у вас два раза в амплитуде квадрата стоит задача 10 и да? Угу. Отлично, значит, как у нас это выражение для ширины будет выглядеть? Ширина. Ну, ширина на пропорциональном маточном элементе по модулю в квадрате. Вот у нас есть сечение, да? Давайте это вообще. Надо сначала нарисовать сечение. Вот такое сечение. Ты шутишь. Сначала пишем неполяризованное сечение, да? Ну, до сигмы подобный, конечно. Да вот, примерно у вас написано. Сигма не релятивистка, С и С квадрат. Что оно выражается? Просто вот эту формулу для С и С себе пишите. Вопрос такой еще. Вот это вот Фи и Ж, это у нас новая функция цветовая чего? А квадрата? Виртуального промежуточного квадрата. Чего виртуального? Который у вас в мизоне. У вас мизон состоит из С и С квадрата. А, то есть это как бы самому мизону. Совместная волновая функция, да? То есть как цветовая волновая функция мизона. На аноктерна, да? Значит, это не поляризованное. Умножить на что? Так. Это не поляризованное пока что по нелюбительской здесь было значение, не значит, неполяризованное по спинам. По спинам значит, здесь цвет лапы конкретный берется. Вот, вот это сечение взято из вот этого маточного элемента. То есть каким может быть? Да, еще вот осталось поворачивать. Ну, пишите. N на куб четвертый, да. Это не поляризованное сечение, да, то есть здесь по спинам я имею в виду. Да? То есть по спинам здесь С и С могут быть как состояние 0, да, то есть у нас есть полная вероятность в единицу времени. Спины могут сложиться в 0, с какой вероятностью? Если у вас по поляризованным ключом С и С. Одна четверть и 3. Одна четверть 0 и 3 четверти. И 3 четверти единицу, да? Теперь, если мы рассматриваем конкретно 0 минус плюс состояние, да? Вот у нас есть один С, другой С, да? И мы хотим, чтобы они находились в 0 минус плюс состоянии, да? Тогда вот здесь вот какие моменты будут у вас? Какие моменты? Спины должны быть противоположными, сложиться. Моменты L какие будут? Вот, противоположные, сложились в 0. Ну, L тоже должен быть нулевым. Здесь L равен 0. L равен 0. Если я здесь пока не говорю, в каком они полном моменте, то здесь L может быть 0, 2 и так далее. Что-то, да? А здесь L, если я хочу, чтобы по C было. По C было вот таким, да? Сейчас. Но чтобы минус получить, нам нужен. Единиц, сейчас единицы не получится, потому что 1 плюс 1 четное состояние. То есть, это... То есть у нас тоже должны быть четные L, чтобы было P отрицательное. Ну какие? Ну что? Откуда они? Должен быть F. Если они будут 0, то у вас, если они будут 0, то другое будет C, правильно? C будет минус. А, если не называешь. Ага. Так там. Ну вообще не получается. Нам же P вот у нас R плюс 1, ну, соединить. Нам нужно получить минус. Чтобы получить минус, нам нужно, чтобы L был четным. L был четным. Значит, C будет сразу автоматически нечетным. Да? То есть этот плюс мы не получим. Да, правильно? Просто не получим. То есть мы смотрим пока просто, какие P могут быть тогда. То есть вот сталкиваем два кварка, да? Кварк и антикварк, да? Они могут по спину сложиться в ноль, либо в единичку, да? Чтобы была четкость минус, L какие четные? Четные. Ноль, два и так далее. Ноль, два и так далее, да? Ноль, два и так далее. Но это получается цель четность. Это цель четность. Если мы хотим, чтобы она была цель четная, потому что нужно отправиться. Но тогда мы не можем сделать поинт. Смотрите, конечное состояние у нас два фотона, да? То есть мы 100% знаем, что оно будет С-четное, правильно? То есть нам нужно смотреть на С-четность, правильно? Да.
масса отчетность, которая минус единица в степени n плюс s. Ну да, это, если у нас s равно единице, n должно быть тоже нечетным, чтобы получить четное состояние. Когда здесь 1, 3, 3. Когда здесь будет 1, 3, тогда. Да. Раз мы фиксируемся на конечном состоянии, правильно? На конечном состоянии, то мы должны смотреть на c четность, правильно? Почему мы не смотрим на b? На b четность. Потому что вы про ту еще относительно двух фотонов пока ничего не знаете. А, вообще да. Она может быть другой. Она может от их момента зависеть, она может быть другой. Да? Не, ну, казалось, если у вас два фотона, то C-четность вы уже 100% да, знаете. Да? Да? Следовательно, что я хочу сказать. Раз у вас L начинается с единицы, то, то вот эта вероятность будет гораздо меньше, чем вот эта вероятность. Правильно? Ага. Но мы хотим написать просто, что здесь примерно... Угу. То есть вот это наша усредненная вероятность единицы времени. То есть получается, что вероятность получить спин 0, она доминирует и получается. Она в 4 раза больше. Она в 4 раза больше, чем средняя вероятность. Да? Да. Хорошо, теперь пишем, когда исходя из этого выражения, для сечения пишем выражение для гамма. Пишем ширину уже. Это С2 гамма. Там нам нужно еще на потоковый фактор помочь. Да, нужно взять неполяризованное сечение. Да, вот это. Дальше. Нужно учесть потоковый фактор. Можно потоковый фактор, можно четвертый, да? Но потоковый фактор это бета. Потоковый фактор, мы с вами в первом семестре говорили, что как он в мезоне выглядит. Есть 2 бета на пси 0, правильно? По модулю в квадрате. 2 бета относительная скорость, а пси 0 это плотность, да? Поток, а что такое? Относительная скорость на плотность. То есть ширина это есть сечение. Да. Давайте завершим сечение. Четверка, да. И поток. На, теперь подставляем все. Двойка сокращается. Из-за того, что мы в потоке двойку. Напишите все вместе, так аккуратно. 4 умножить на все воспринимаем, потом не сокращаться. Два бета, да, поток? Поток это 2 бета. Еще забыли на четвертый. Сократилось только, по-моему, да. Часто у вас. Ну. Так, четвертка. Угу. Вот такое выражение осталось, да? Где альфа это просто электромагнитная константа связи, да? Вот здесь никакая. Хорошо. Давайте тогда. Перейдем к ПТЦ Вадроны. Я надеюсь, так тут побыстрее будет. Да? Самое точное. Это С Вадроны, считаем. Ага. Но у нас здесь меняем вершина. Угу. То есть фактически нам нужна вершина С2 глюона. Да? Да. И мы еще считаем модификацию вот этого. Да, мы меняем альфа-вес на альфа на альфа. Да, альфа на альфа-вес. То есть, надо... то есть опять вот это соотношение пишите, то есть как маточный элемент это? Маточный элемент электродинамики, в котором сделана замена, да? Да. Альфа на альфа С. Угу. Значит, и дальше волновая функция кварковая, свернутая, значит... С чем? Ну, да, да. Это давайте посмотрим, да? Ну, сюда ставится ТА. А что это делал ТА? Нет, сюда остается ТА, сюда остается ТБ. Вот здесь кварковый пропагатор, они глионные. Да, ну да. У вас в одной вершине стоит ТА. С какими индексами? Ну, вот. Это у нас... Чтобы он сверху сворачивался, то есть здесь будет стоять в ТИ, а здесь И-штрих. И-штрих это индекс вот этого кварка. Пишите И-штрих сюда, И-штрих. Угу. Здесь
Да, слышишь ты. Ну, по цвету кварковый пропагатор диагонали, правильно? То есть, вот, да, давайте за команды не будем, просто иштрих здесь напишите мне, иштрих. Угу. Иштрих. Хорошо, ну, в эту ручку я прихожу, что у вас? Ну, тоже так. Ну, ТБ уже. ТБ, да? Да. Где? А, это не без этого глиона, а это не без этого глиона. Но же иштрих такой. Же иштрих, да. С чем сворачиваются А и Б? Если здесь вот Е сворачивался волновой функцией, это С, здесь оно с чем сворачивается? Ну, пока ты там присоединился один какой-нибудь нужно. Ну, по общим правилам квантовой механики, с чем он должен сверлать? Вот здесь цветовая волновая функция глиона. А. Так же как кстати, да. В Лоренцевском пространстве. Здесь сворачивали с вектором поляризации, да, индекс μ с вектором поляризации. Также здесь индекс А, да, вот этот цветовой индекс глиона, вы сворачиваете с волновой функцией, пишите Х1А. Глиона. Да, 1А. Ну, у него по вариантности можно не соблюдать, можно сделать. 1А, ну, вообще как раз напряженное, да, расстояние состояние у нас. Просто со звездочкой. Пишите немножко покрупнее, чтобы вам что-то было видно и на камеру, и я там что-то и утилизация какая-то, понимаете, хи так. Хи, ахи, б, 1, 2 и все со звездочкой. Угу. Вот так вот, да. Угу. А глионы в конце адронизуются, но надо еще как-то собрать. А нас это... На самом деле нас это не интересует. В том смысле, что мы знаем, что здесь должен быть синглет, правильно вы это хотите сказать? По А и В должен быть синглет, да? Вот. То есть, по идее, мы должны... Мы сейчас получим, что по А и В здесь будет стоять дельта-сингл. Дельта-АБ. То есть, им ничего не будет оставаться, как будет в синглете. Это мы сейчас просто увидим, да? Ну, почему это равно все? Все подставляем. Так, у нас получается Т, А, Т, Б, стёрнут Т. Ну что это такое? Погодите, прежде чем писать, вы посмотрите и скажите, что это такое. А, сейчас я поедем. Если я с дельтой и жу ее сверну, то это что такое будет? Ну, это получается след от ТАТБ. След ТАТБ, так и пишите, то есть ТАТБ. Почему трейс ТАТБ? Одна вторая дельта АБ. Одна вторая дельта АБ, да? То есть видим, что по АБ, да, мы должны свернуть с дельта символом, правильно? Да. То есть образовать из вот этой штуки синглет, правильно? Ну это... Ну вот эта штука вместе с дельтой, это будет синглет. Почему? Эта штука вместе с дельтой будет синглетом, да. Потому что не висит никаких индексов. Да, по всем индексам оно свернуто. Нет, ну и смотрите, и дельта, и дельта АБ, это тоже, это что такое? Это инвариантный тензор же, правильно? Да. Инвариантный тензор. Если мы рассматриваем присоединенное представление, то есть на матрице присоединенного представления смотрим, то дельта АБ это будет инвариантный тензор тоже. Ну да. И что это? И что это надо делать? Пишите, что получилось. Конечно, хочется.
Помню. Хорошо. Хорошо. Дальше мы будем. Дальше мы будем возводить эту штуку по модулю в квадрате. Да? И суммировать по всем конечным состояниям, которые у нас здесь есть. По свету. Да? Вот при этом у нас, посмотрите, что происходит. А вот эти наши новые функции и альфа. Лямбда. Сумма по всем полям. Лямбда это, грубо говоря, цветовая поляризация. Да? То есть она пробегает значение столько, сколько у вас независимых таких волновых функций. Сколько их у нас? 8. Единица на n квадрат минус 1. Да? Когда n равно n, это 8. Да? Значит, мы нормируем таким образом, чтобы это было дельта АВ. Да? То есть это согласованная нормировка с этой. Да? Все, все. Теперь нам нужно понятно. Переписать вот это. Нет, ну нам надо сначала матричный элемент в квадрат возвести. Давайте введем матричный элемент в квадрате, просуммируем по всем конечным состояниям. То есть вот мы по всем конечным делам суммируем, да? Значит, ну отдельно вносите проигранка. Ага. Так. Да, еще. Давайте вот так покрасиво напишу. Ну и теперь нам надо сумму записать с и. Всего 4 штуки получается. Вот. Значит. Ну лучше 2 суммы. Лучше сумму можно по сумму. А здесь лямбда записано. Угу. Значит. Какие индексы? Разные. Здесь тоже напишу сети. Значит. Здесь первый оба с одной точкой. Здесь с одной точкой. Угу. Здесь у нас совпадает. Да. Здесь тоже совпадает. Угу. Вот. И, по-моему, ну, единственное, что здесь. Здесь единичка стоит, здесь двойка. Да, здесь. Угу. Здесь двойка, да. А, да. То есть это из сопряженного, это из исходного там всего нет, это из сопряженного, да? Но почему все равно? Ну тут получается две дельты. Дельта на дельта, дельта, да? Да. Дельта АБ на дельта, АБ, почему это равно? Ну это просто единица. Как это просто единица? Сейчас. Ну, да. Почему я? А это индекс присоединенного. Сейчас. Это индекс присоединенного представления, да? Индекс А у нас здесь пробегает. Здесь уж. Вот А это же индекс генератора, правильно? N квадрат минус 1. N квадрат минус 1, да. А, ну в том смысле, что это след единичной матрицы, да. Можно так, да. То есть присоединенное представление. Да? Да, сначала по одному индексу, с которым получили единичную матрицу, и там еще. Хорошо. Берется, да. Да. Это размерность всегда, да? Этот размер. Но вот лучше представление присоединенное, поэтому n квадрат минус 1. Отлично. Угу. Так. Все, пишем теперь. Давайте, собственно, сразу писать выражение для LC, ну, для ширины LC в эпсилон. Тут тоже наш этот случай, он неполяризованный по спинам, рассматривали. Да. Но опять же, учитывая те соображения, которые мы раньше использовали, можно сказать, что наш поляризованный случай просто четверку умножить на 4. Четверка будет, да. Четверка, да? Дальше нам надо на модуль, ну, на поток. Сечение пишем, ну или по поток, да. Да, поток. Поток точно так же, но в этом на силу, да, по модулю. Ну, то, что поток от начальника. Начальные частицы, но те самые. Да. Угу. Так, ну и теперь сечение. Да, сечение.
и альфа s в квадрате на 2 масса циклов. Так, почему это больше? 2 глиона, да? 2 глиона, да. Масса циклов в квадрате, 1 на бета c. Значит, сечение вот оно. Что-то еще надо забыть. А, да, вот это немножко. Я вот ножки, да. Ну, так мы получили такое выражение. Ну, а теперь их отношения найдем. Могут простите здесь все. Хорошо, да? Да, ну, вот эти вот величины сократились. Ага, то есть какая формула? Значит, получается и от нуля по модулю в квадрате. И альфа s в квадрате ведь на массу c квадрат в квадрате на n. Здесь есть квадрат на c. Вот. Теперь у нас два масла. Четвертый туда делаем. Ну вот это четвертый сокращается. Двойка тоже сокращается. Хорошо. С в 2 гамма, с в 2 гиона. Ну, видно, что квадрат у нас... Да, нужно найти отношение вот этого положения к тому, да? Да, значит, у нас здесь получается электромагнитная альфа на сильную. Что еще? А значит, массы сократились и остались только вот эти вот выражения через n, которые... А, еще четверка. Четвёрка ещё. Четвёрка и заряд. Квадрат ещё нам будет у нас. Четвёрка. Да. Ну, n сократилось. Да, заряд. N не сократилось. Здесь. А, нет, n в квадрате получилось. Ну, вот сюда. Всё правильно. В квадрате минус 1 здесь, здесь он в квадрате. Ну, вроде и все. Все, остальное все ушло, да? Да. Главное, чтобы все от нуля ушло, да? То есть это не определенность, да, связанная с тем, как там кварки распределены внизу, она в этом отношении ушла. Сейчас, но если она взять тройку? Ну? А, вот давайте посмотрим. У нас есть экспериментальное значение для этого. Да, 3 на 10 минус 4. Давайте приравняем это экспериментальному значению 3 на 10 минус 4. Ну, давайте он будет обозначить правильно. Вот. Отсюда давайте альфа s найдем. Альфа s чем ровно? На пол. Альфа s, и как обозначу? Вот. МС. Да? Да. Значит, вот у нас получается альфа на 2 альфа по квадрате на n, значит, делить на корень из бранчинга и на корень из n в квадрате минус 1. Вставляем цифру 3. Калькулятор есть, можете сказать. Седьмая, значит, квадрат 4 девятых, тройку. Значит, 4 на 10 минус 3. Минус 4. Минус 4. А, 3 на 10, да. 3 на 10 минус 4. И на 8. 8. Кого-нибудь есть? Ну, сейчас мы что-нибудь сами сократим, потом будет проще. Ну, давайте. Значит, остается корень из 8 числителей, 2. Корень из 8 числителей. Как там, если вы 2 числителей, считайте, поточнее, потому что вам интереснее поточнее. Значит, у нас тройка знаменателя ушла. 10 во второй числитель. Так. Знаменатель видно, что можно вынести 5 на 10 во второй. Да? Да, 3 на 8 это 24, да? 24 примерно 25. Не, ну я вот такой.
величина меньше единиц, это тоже меньше единиц. Но число получается меньше единиц. Насколько меньше единиц? Это уже не на порядок. Ну, это 4 получается примерно. Не буду его понимать. Действительно, у тела 4 десятых получается. Да? Ну, но если обратить внимание, если вы здесь вот ваши праздники чуть-чуть расширяете, то ну, здесь тоже, в общем-то, будет. Вот если это число, оно вот тройка известно, там плюс-минус полтора. Поэтому оно изменяется там от полутора до пяти фактически. Да? Поэтому здесь вот это значение может довольно сильно плавать. То есть не удовлетворительно сильно плавать. То есть оно может изменяться там от 0,2 до 0,5 примерно, да, вот это 0,450. Вот. Что на самом деле не очень хорошо. Ну давайте потом. Где-то так и получилось. Сколько получилось? Порядка 0,4, ну 0,39, вот так. Да, 0,39. Я помню, что это примерно 4,5. Угу. Спасибо, Кирилл. А теперь давайте вот что сделаем. Третьим пунктом посмотрим, а насколько хорошо наша модель водородоподобная работает. Да? То есть то предположение, что НЦЦ находится нейлитеристские и образуют водородоподобную систему, которая по закону Кулона, да, взаимодействует. Значит, как потенциал взаимодействия, вот этого взаимодействия между С и антиц, да? Потенциал какой? Мы его на прошлом семинаре как раз в конце. Ну, а один на ряд плюс линейная часть, но мы, наверное... Линейную часть мы с вами не найдем, мы говорим про водород, да? Там, по-моему, альфа С делить на R, X какие-то потеряли. Минус альфа С делить на R, да? Минус свинья, альфа С делить на R. На С не R. Да. И умножь на CF, да? Дополнительно умножить это S. Ага. Хорошо. Это если у нас чисто кулонское взаимодействие, да? Если мы сюда добавляем G на R, это уже модификация, да? Это уже не водородоподобная система. Кстати, это пренебрегаем. Что? Электродинамика мы пренебрегаем. Да. 0,4 гораздо больше, чем это сигма. А чему нам все двумя помогут квадрате? А, для этого водорода? Да, для водорода. Ну там на так называемый боровский радиус есть, наверное. То есть единица и для боровского закупки, да? Все это для поломки квадратика. Единица на пи от боровской закупки, да? А мы можем вопрос? Да. А вот мы или нет, через мы не можем вот эту константу при вытащить по теории возмущения для малых расстояний. Какой перед линией части потенциала, а потом, допустим, для больших использовать. Мы можем, но для малых R мы просто их пренебрегаем. Для малых R у вас вот этот член становится доминирующим, правильно? Да. Если вы у нас очень малых R смотрите. И, допустим, по теории возмущения учесть как-то... Конечно, можно да, сделать. А потом большим расстоянием применить это можно? Можно, но слишком этим не надо увлекаться, потому что все-таки большие расстояния. Это все равно обратный греф. Да, единица на нам как это. А Боровская у нас, да, вот правильно, ну, пишите, только у нас здесь стоит какая масса? Здесь приведенная еще двойка. Приведенная масса. Поэтому в числителе тут двойка, да, еще? То есть обычное выражение для Боровской это что такое? Единица на m альфа, правильно? Где m это приведенная масса, а альфа это то, что вот здесь вот стоит. Да? Вот мы написали, приведенная масса это масса пополам, да, склад пополам. Отлично. Вот давайте сюда и подставим все эти цифры. То есть гамма. Ну,
там... Цивадроны. Значит, масса в кубе и масса в квадрате, и знаменатели, они скрепы, то есть две массы скрепы. Х, да, альфа С какой степени? Значит, там в квадрате и здесь у нас еще в кубе, то есть в пятой степени. В пятой степени, да. Пятый? Все коэффициенты. Нет, давайте С теперь уже расписывать. Чего равно? Равно через n на середину. С это что такое? Н квадрат минус 1 делить на 2 n. Н квадрат минус 1 делить на 2 n, да? То есть это что такое? Я равно 3. 8 делить на 6, 6. 4 третьих, да? 4 третьих. В какой степени? Здесь в кубе на 8 кубов. Подъем, что не забудь. На 8 кубов. И что, у нас здесь еще стоит? Так, ну, 0,4 же поставили. Да. Сократите сначала все еще. Да. А, сейчас сокращение. МЦ, значит, восьмерка ушла. Значит, и ушло, девятка. Тройка, значит. Кстати, МЦ, почему девятку поставили? По МЦ, кстати, нельзя подать. Здесь вот восьмерка, а здесь вот процессор. Да, тройка. Угу. 3-4 здесь? 3-4 это сколько? На 8 себе. 8-1, да? Да. А, здесь у нас 2-6. Ой, это сколько? И сейчас мы еще двое пересчитаемся. А, все. Что альфа-эс? Это 10 минус 5 на... 2 в 10. Целых 2 в 16? Что такое 10 минус 5, а 2 в 10? Альфа из 5. МЦ 1,5 грамма, да, у нас? Да. Там сразу поставляете 5. Значит, сейчас, 2 в 16 это... Сообразите. То есть 2 в 10 это еще 24. Сейчас, погодите секунду, что такое 2 в 10, это что такое? Там было, значит, у нас было 0,4. Ну, 0,4 разводить без всяких 2 в 10. Так, это 2 в 10, пожалуйста. Да, ты очень красив. Я не знаю, ну хорошо. Значит, третье это 8, четвертое 16, 65536. Ну, то есть 60. Чего? Примерно. 2 в 16? Да. Слушайте, не занимайтесь ерундой, напишите в цифру хоть это все. Ну, это уже решили. 10 третий на... Кирилл, посчитайте, сколько сидит у нас. Так, на 81. Все. Ага. Но это примерно 3 четверти. Сколько получилось? Сейчас я посчитаю. Ну, значит, 10 минус 2. Да, 2. Значит, здесь 3, здесь 2, 9. Здесь 4, здесь 2, 8. Такая. Ну, близко. Так, 10 минус, это g, получается порядка десятки, 10 минут. Угу, даже чуть-чуть побольше, да? Да, больше. Где-то в районе 15, да, получается. Да. Здесь 1024 у нас было, да, или сколько? 10.
Нет, здесь десятки были. Десятки, 24. Угу. Сколько получилось? Мне примерно столько же. Столько же, сколько? Число какое? Ну, 12 мэф. 12 мэф получилось, да. 12 мэф. Обратите внимание, что специально точнее 13 мэф. Да? То есть, когда он уже все, все так очень неплохо согласуется. Ну, не знаю, это не только одно состояние. А? Что только одно состояние? Да, мы только одно состояние смотрели, поэтому действительно далеко и выводов 0 минус плюс, да, мы смотрели? То есть как у комбинезона квантовое число. 0 минус плюс. Угу. Сейчас GPC будем смотреть, да. GPC интересно. Вопросы есть по этой части? Все понятно, да? Фактически это счет световой алгебры здесь, не более того, пока что, да? Потому что такое более серьезное рассмотрение этих величин, оно требует привлечения определенных соотношений, правил, сумм и так далее. Да? А на больших расстояниях, где КХД не работает, вот теория возмущений, можно какими-то потенциалами аппроксимировать? Ну, аппроксимировать можно, но насколько это все осмысленно, не очень понятно. Это что потенциалов уже нет, когда у вас сильный, когда у вас взаимодействие становится сильным, да, то есть рождаются частицы. У вас уже не потенциальное описание, да? Частицы рождаются, у вас все уже каким потенциалом нельзя описывать. Слушай, интересно, вопрос, можно ли цветовой алгебра пользоваться? Нет, цветовая алгебра, она у вас элемент технической теории возмущения здесь. Да? Почему нет? Но если вы знаете, что доминирующая диаграмма такая, то есть вы не вдаетесь в подробности, как потом это все организируется, да? То, мы знаем, что в конце бесцветное состояние. В конце бесцветное состояние. Ну вот мы это и видим, что из этой диаграммы у вас здесь по цвету, структура вот этой диаграммы такая, что по цвету здесь дельта АБ. То есть оно вам автоматически обесцвечивает это конечное состояние. То есть вы по всем состояниям ионов А и Б суммируете, да? И у вас автоматически вырезаются за счет дельта В бесцветное состояние. То есть нету такого, что у вас кварк-антикварк родили адроны и какое-то еще цветное состояние. Потенциально такого нету. Да? То есть автоматически внутри КХД у вас получается, что конечное состояние все бесцветные. Но это и сразу понятно, потому что ваша амплитуда, которую вы пишете по правилам Фейнмана, она не содержит цветных индексов. Она бесцветная, да? Так, вторая задача. GPC. Найти вот такое отношение. Найти отношение гамма гипсиадоны, гамма, гипси и плюс и минус. Гипси – это масса 3000, сколько? 97, да? Да. Не очень, да? Но примерно 87 кэв, правильно? Очень маленькая ширина. Не мэвы, да, как он это оценивал, а кэвы. Кэвы – это почти дельта-функция. Это 1 минус минус состояние. То есть квантовые числа – как у фотона. Как у фотона. В принципе, GPC у вас может быть частью векторной номинантности, да, при высоких уровнях. Спин, если у меня есть кварк, если антикварк, то спин в момент членовый. Спин единица. Спин единица, да, то есть я не сложусь в единицу, а момент ноль, да, то есть это низшее состояние. Ну давайте начнем с того, что рассмотрим
GPC, GPC минус. GPC минус. Вот у меня есть CNC-кварк. CNC-кварки. Потом это организованные какие-то. И они переходят и плюсы и минусы. Понятно, что главный механизм доминирующий — это обычная однофотонная нукляция. Да? Поскольку квантовые числа однофотона, то у вас возможен вот такой переход. Где это фотон, обычный фотон. Да? Обычный фотон. Вот давайте напишем выражение для вот этой ширины. Опять же, воспользовавшись знанием из электродинамики, в электродинамике мы с вами находили вот такое сечение, неполяризованное, да, не плюс, не минус, не плюс, не минус. Помните, чему оно было? Легкие в тяжелые пока что. Пропорционально P это было, да. То есть это было 4 π на 3, да, вот великий коэффициент альфа электромагнитный НГС. А здесь было единица плюс 2 массы тяжелой частицы на S и на бета тяжелой частицы. Бета, да? У нас здесь ситуация здесь обратная. У нас тяжелые частицы распадаются на легкие, на те, чьими массами можно пренебречь. Да? То есть нам нужно сечение вспомнить не плюс, не минус. Да? Вспоминайте, чем оно отличается от этого? Вот дифференциальное сечение, коэффициент квадратного обычного градиента, да? На 4 потоковых фактора и 2 фита, да? Маточный элемент не изменился, изменился потоковый фактор. Да? Вот для где плюс и минус у меня потоковый фактор. Это было пропорционально S на бета электрона в квадрате. Да? И, поскольку электроны сталкивались. Вот. И бета-электроны мы было дали равным единице, да? А здесь будет бета-мионы. Бета-мионы, его нельзя полагать равным единице. То есть знаменатель будет. То есть бета-мионы будет не в числителе, а в знаменателе. Да, бета-мионы будет знаменателем. Да? Здесь вы можете на электронную положить единицы, да? Когда мы вот это выражение получали, мы бета-электронную облагали единицы. Я имею в виду, сейчас записывать. Сейчас записано. И что? Бета-электрона. Нет, здесь бета-миона. Нет. Вот эти бета. Какой бета-электрон? Бета-электрон везде у вас будет единицы. Да, что что здесь, что здесь. Правильно? Вот за ним ультралитивистский был. Да? Да. А маточный элемент такой же, это все в маточном элементе у нас идет, поэтому здесь то же самое пишем. Вот такое выражение, да? Нужно модификацию написать. Модификация, учитывая, что у меня GPC, C, NTC, они находятся на пороге, да, то есть они не реактивистки, на пороге, то есть S приблизительно 4. 4 МЦ в квадрате, правильно? 4 МЦ в квадрате. И учесть все наши множители. Какие у нас множители? У нас гидродинамическая вершина немножко модифицируется, есть цветовой множитель. Да? Давайте, Кирилл, пусть. Смотрим, как матричный элемент изменился по сравнению с электродинамикой.
Альфа здесь та же самая будет. То же самое, да. Теперь дальше. Так, у нас Т... Ну, нам, опять же, цветовая вот новая функция у нас должна быть. Ну, ну вот, давайте начнем с простого. Здесь у нас что еще стоит в этой динамической машине? Как минус и е гамма на дельта. На заряд квантов. А, да, да. Заряд квантов. Да? Да. Угу. Хорошо. По свету что у нас? Волновая функция мезона какая цветовая? Ну, такая же единица на корень из n. Единица на корень из n. Дельта и g. Дельта и g. А в вершине что стоит? Тоже дельта. Тоже дельта и g. Умножить на дельта и g. Вот так тогда, наверное, чтобы сворачивать. Да, пожалуйста. Да. Для дельты получится. Да. Угу. Еще что-нибудь изменится, или остальное все тоже будет? Так. Ну вот, вот эта вершина никак не меняется. Никак не меняется. Да? Так что все, да, считаем. Течение. Сигма. Сигма С. То есть неполяризованное сечение С антиц, да? В синглетном состоянии, в конечной электронной, да? Вот это выражение пишем, где С у нас 4 концентрации. Так. 4 и на 4 c квадрат. На 4 c квадрат, да. Единица плюс 2 мю квадрат. Не мю, у нас чутку мю. А это c? Это c, да. Тут 1/2 тогда просто будет. Пишите на c или на 4. Ага. Единица на БТС. Единица на БТС. И еще вот на это. Да. То, что отсюда вылезет. Да. Что вылезет? НУ квадрат. НУ квадрат, да. Совершенно верно. Да. А спиновых состояний у нас не вылазит? Это не поляризованное косечение. А. Да? Давайте теперь пишем ширину. Нам вот эту ширину пишем. Здесь мы уже учтем, что у нас GC, а C анти C сложились в спину единицы, да? Только дополнительный фактор какой происходит? Наоборот, 4 третьих из-за того, что спин единица, да? Давайте поток пишем. Теперь это 2 бета. Угу. Записи в нуле в квадрате. Угу. И на вот это с чего? Да. Да. 4, 3. Так, четверки сократятся. Спин на 3. Угу. Альфа квадрат на МЦ квадрат. Угу. На 3 вторых. Угу. На единицу на БДЦ. МУ квадрат. Да. Ну, беты уйдут у нас. Беты, как положено, уйдут, что останется. Чуть-чуть тяжело решить. Так. Беты уйдут. Тройки уйдут. Да. А, ну одна тройка останется. Вот она останется. Ага. Да. Так, одна тройка в знаменателе и четверка в числителе. 4/3. Еще осталось, да? Пи, да. 4/3, это у нас НУ квадрат. Ого. Все 0 в квадрате. И альфа квадрат на МЦ квадрат. Ого. Вот такое выражение получили. Да? Значит, это будет наша нормировка, на которую мы GPC в обзоре будем делиться. Вот. То есть это мы могли, в общем, сразу и кардинально написать. Вот. Теперь
теперь же все в одном углу. Теперь же все в одном углу у нас смотрят. Тоже через два блюда. Через два блюда могут смотреть. Да, здесь много механизмов, в принципе, может быть. Да? Давайте начнем с такой вспомогательной задачки. Джипси в три гамма. В три гамма сначала пойдем. Джипси в три гамма. Да? Три гамма. В два гамма джипси может расстаться? По отчетности не может. По отчетности не может, да? То есть отчетность должна быть минус. Следовательно, у нас диаграмма в нижнем порядке теории возмущения, которая это описывает, она будет вот такой, правильно? Ну да. У нас есть для вот этого процесса нерелятивистское сечение из электродинамики, выражение нерелятивистское. И посменим фотона? Не, наоборот. Когда у нас вот эти нерелятивистские, не фотоны, фотоны всегда нерелятивистские, когда аннигилирующие и плюс и минус, где плюс и минус, когда они не релятивистские, да? Да, где случайное подавление было пи квадрат минус 9, то есть там было 2 третьих пи квадрат минус 9, да? Альфа в кубе. Здесь на m прямо в квадрате. Вот такое выражение было, да? Правильно? Оно в порядке альфа кубки, потому что у нас три вершины, да? Вот давайте сообразим, как она модифицируется теперь, когда у меня здесь не электроны, а центицы, да? Центицы. Так, ну и еще раз цветовая волновая функция. Угу. Что? Может, сразу скажете, что она даст? Так, ну... В кубе тогда тут будет, раз три вершины. В амплитуде будет У в кубе. Да. Давайте напишем отдельное сечение, нерелятивистское, неполяризованное по спинам. Неполяризованное нерелятивистское сечение. Чуть-чуть пожалее, давайте. Для третьих и квадратных людей. Альфа в кубе. М е квадрат. Нет, уже здесь не зло. Е. М С квадрат. С квадрат, С квадрат. С квадрат, да. Куб шестой. Куб шестой был, да? Угу. И здесь дальше у нас N в какой-то степени. В какой степени? Так. А, ну. По идее, это должно быть в такой же, наверное. Такой же, потому что фотоны, вот эти все эти вершины, да, все эти вершины, это дельта по цвету, правильно? Они цвет не уносят. Поэтому суммарный множитель из амплитуды у вас будет дельта символ. То есть все полностью аналогично тому, как вы здесь было, да? Как вы здесь было. То есть будет n, да, в сечении будет n, да? Угу. Хорошо. А ширина какая будет? Так, ну это все на потоковый фактор. На потоковый фактор и на коэффициент. Да, ну не пишите, это вам сейчас не понадобится, просто поговорите. То есть если я хочу ширину сказать, то я должен вот это сечение умножить на что? На 2 псиной квадрат бета. На 2 псиной бета. И да. Еще со спины. А я, кстати, бета здесь и забыл, как это получено. Это не литийское сечение, единица на бете здесь стоит. Это электрона, да, в данном случае. Это электрона. Угу. И, соответственно, там будет единица на бета С. Вот эта единица на бета, это характерная особенность вот этих нерелятивистских сечений. Угу. То есть я должен умножить на 4 третьих, да, постепенно, и на потоковый фактор, правильно? И тогда я получу ширину. Что значит, что у вас GPC не распадается на два фотона? Это значит, что у вас все диаграммы электродинамические вот такого типа, да, где это фотоны, да, они вам дадут ноль, правильно?
Ну да. Стрелки на одну сторону. Да, здесь так, здесь так. Да? Они вам дадут ноль, когда вы учтете, что у вас вот этот кварк и антикварк находится в состоянии со спином единицы, да? С моментом ноль. Правильно? То есть вот этот факт мы с вами принимаем внимание. Да? Теперь переходим к GPC-матроны. Да? Как мы можем по аналогии параметризовать этот процесс с тем, что было в первой задачке? То есть, в общем порядке теории возмущений, насколько он распадается будет? Ну, на 3 глиона. На 3 глиона, да? На 3 глиона. А почему на 2 не пойдет? Ну, также по черности. По такой черности. У вас вообще говоря, глионы не обладают никакой цечетностью. У них цечетности нет. Вы можете выбрать их волновые функции так, чтобы у них была цечетность, но в любом случае у вас цечетности никакого глиона нет. Там, потому что он заряжается. Но у него цветной заряд, а не электромагнитный заряд. Да. Да? А по какой причине двухглионные диаграммы попадаются? Если у вас есть два глиона. Вот электродинамический матричный момент, мы знаем, что он ноль, да? А вдруг здесь не воспроизведется электродинамика? Или воспроизведется? Вот вершина, что здесь стоит? Если это А, это Б. Тогда здесь В, здесь А. В этих вершинах... Ну, да, вот волновыми функциями правильно, Хи1А, Хи2Б, волновые функции глионов в конечном состоянии, да? А из амплитуды что пойдет? Вот сегодня уже Андрей это писал. Да, да, да. Что театр? Ну, если я с Пси... 1/2 дельта АБ. 1/2 дельта АБ. 1/2 дельта АБ, да? То есть видно, что цветовой фактор, он в обеих диаграммах одинаковый будет, да? Он просто вынесется и останется одна электродинамика, да? Электродинамика пропадет из-за лоренцовской структуры, правильно? Из-за того, что они у меня в моменте единицы находятся и в спине, в моменте ноль и в спине единица. То есть амплитуда просто будет равна нулю, да? То есть двухглионный механизм ничего не даст. Ничего не даст. Значит, есть трехглионный механизм. Их довольно много. Трехглионный механизм образовать адроны, да? То есть я адроны могу вот так вот образовать, правильно? Как я еще мог бы их образовать? Из трех глионов. Вот здесь вот два, три, а меньше можно бы? Да, они делятся. Вот так вот можно было бы, да? А здесь кварк-антикварк, да? Так? Да. Так, но это, реально эта амплитуда будет нулю равна, если здесь глион. Почему? Так. Почему? Вот здесь вот в вершине у нас стоит генератор, правильно, если здесь глион? Генератор. Ижин, да? А волновая функция, с которой я сворачиваю пси, она у меня синглетная, правильно? То есть это дельта Ижи, пропорционально дельта Ижи, да? Следовательно, после свертки генератора вот этой дельты я получу что? Получу след от генератора, что есть ноль, да? То есть у меня вот таких диаграмм, где здесь глион, у меня здесь нет. То есть такого механизма рождения адронов у меня нет. Зато у меня есть вот такой механизм рождения адронов. Вот здесь вот он GPC, да? А здесь фотон. И он вот кварк-антикварк один. Кварк-антикварк. Это фотон уже. Здесь будет электромагнитная константа, но тем не менее такой вклад есть, правильно? Ну да. Такой вклад есть, и он будет что-то давать. Давайте посчитаем, сколько он будет давать. Ну там так же, как и Е в мю надо. Угу. То есть у нас есть... мы сразу давайте напишем... Так. Ну, собственно, мы сейчас берем вот этот вот этого чиненную и модифицируем. Я вот так напишу. Джипси, гамма, батон. Вот так вот. Угу. Давайте вот я это еще ширину... Мы берем вот это и там... Пишите, что получится. Так, это будет гамма GPC.
в ЕГЭ умножить еще на АК квадрат из одной вершины. А вот здесь какие кварки могут быть? Ну, не... УДС, то есть разные кварки могут быть, да? То есть мы должны в сечении, то есть в квадрате определить, просуммировать по всем кваркам. Пишите сумма. Здесь вот квадрат перевестите немножко. Так. Сумма у ИТА и квадрата. Сумма у ИТА и квадрата. Где И это УД и ИС. Цены нет. Да, почему? Потому что по энергии не дошли. Потому что УД не зоны, у нас аэрогации не могут быть по энергии. Да? Вот у вас эти кварки, эти кварки, они из вакуума должны что-то подхватить, да, чтобы организироваться. Вот если у вас есть С, то самое легкое, что здесь может родиться, это демизон. Да? А два демизона, они уже гораздо тяжелее, чем GFC, поэтому С и кварка нет. Есть только U, D и S. Поэтому ширина. Не поэтому. Ну, в том числе поэтому, да, в том числе поэтому. То есть, все, большинство каналов закрыто, но разница такая, она сильно маленькая, чуть-чуть маленькая. То есть, у вас в где-то С, например, тоже горизонт не меняется, но там ширина моря, а здесь она кривая. Здесь только аномалия маленькая, да? Так, сумма, что еще будет? Раз здесь у меня... Тоже цветовая волновая функция. Цветовая волновая функция какая она будет? У нас вообще бесцветное состояние. Это не бесцветное, бесцветное состояние, вот отсюда проэволюционировало. Про, потом у меня бесцветный, да? Здесь вот вершинистый, дельта и жук, правильно? То есть еще одно N вылезет отсюда. Еще одно N вылезет, да. И вы это раньше говорили так, что вот, если мы можем просуммировать по всем цветам, конечно. Ну и кстати, если мы. Кстати, вот эта сумма нам единичку даст, по-моему. Ну, единичку. Сумма нам. У нас одна девятая. Вот эта сумма нам даст. Давайте сейчас посчитаем, когда у нас. Давайте вот это отношение для данной величины напишите. А трехклеванная меньше будет по порядку. Не, не меньше. Меньше будет. Единица, а сколько? 4 девятых, то есть 1 девятая плюс 1 девятая, и все вы можете еще на это целое. А двое, третье, просто у кубов квадрата. Да, сумма квадрата 2 трети. Вот это вот к этому. Да, Кирилл, не убирайся, застрелишься. А вот тебе понятно, что писать, застрелишься. Две трети, это вот, если вот эту, ну, вот кто-то. То есть в реальности это двойка, да? Когда n равно 3, это будет двойка. Да. Запомним, что у нас есть такая двойка. И учесть второй вклад, который... И теперь переключаемся на трехгранный механизм. Вот берем вот это отсюда. Не, погодите, погодите, не торопитесь. Трехгранных механизмов здесь много можно придумать. Вот это главное, как мы сейчас видим. Да? Главное, я вот первым вам обозначил. Еще можно нарисовать какую-нибудь диаграмму, где мы треблённые? Треблённые вершины. Рисуйте. Так. Угу. Угу. Да, вот такого типа диаграммы. Да? Такого типа диаграммы здесь есть, где вверху или внизу у меня стоит треугольная вершина. Да? Еще какие механизмы типа четырехглионная вершина у нас есть, да? Вот по такому типу атоглионный распад, а здесь триглионный, да? Причине, по которой вот это сгуляется, да? Ну, нарисуйте ее для порядка. Просто чтобы помнить, что у нас есть четырехглавная вершина, да, еще? Так, она у нас...
Просто 4 миллиона. Ребята, что мы дали еще. Да. И ХД есть вот такая вершина. Ой. А твой слава богу нет. Интересно. А что у вас тут так? Посмешно. Чудище, да? Ну это тоже чуть-чуть жирный кристалл. Хотя эта вершина, она простая сама по себе, она фактически константа. Там не только цветовые множители и метрические тензоры, да? Вот. Еще можно какие-нибудь придумать механизмы, в принципе, рождения одного? Или более-менее все перечислили? Ну, наверное, более порядка надо позырять, правильно? Да, мы работаем в ведущем порядке. Петель там не рисуем. Петель не рисуем, да. Вот эта вершина, она, кстати, уже квадрат содержит. Если каждый из вот этих зеленых вершин содержит G, да, константу связи, то в этой вершине стоит G квадрат. То есть это тоже третьего порядка вершина. Да? Ну да. Угу. А так, по-моему, нет больше. Нет, ну вот если какие-то еще вспомните, то вам в качестве домашнего задания показать, что они вклады не дают. А, да? То есть есть. Ну, например, у вас мог быть такой механизм. Кварк, антикварк, да? А здесь глюоны, которые еще что-нибудь родили, да? Еще что-нибудь могли бы родить. В конечном состоянии ее должно быть соединено. То есть, например, обычно это трехглюонная вершина. То есть, в принципе, вот такой мог быть, механизм, да? Но здесь, опять же, вот эти кварки, как минимум, самое меньшее, они в демизон должны уйти, да? А на два демизона не хватает массы, понимаете? То есть такого механизма не будет просто из закона сохранения энергии. Вот. То есть фактически, либо из закона сохранения энергии, либо из цветовых соображений у нас все вот эти диаграммы, они все выпадают. Вот это может быть закон сохранения энергии, этого нет из цветового фактора, вот этого нет из цветового фактора. Давайте сообразим, почему вот этого нет. Убедите, я здесь уже что-то такое рисовал. Там еще одно. Ну, ее разделить можно. Ну, да, фактически. На один полувиртуальный глюон. Вот, смотрите, нам надо сообразить какой момент, что все вот эти диаграммы, что из них можно выделить электродинамическую часть вот такую, да? Такую электродинамическую часть. Если мы это сообразим, то можем воспользоваться вот этой теоремой Фарри, по сути. То, почему у вас один минус-минус состояние переходит в два один минус-минус состояния. Да? Теорема Фарри у нас что говорит? Что если у вас есть, скажем, какая-то петля, да, вот это один минус-минус, это условно наш GPC. Да? А вот это два фотона, которые мы хотим родить. Она нам говорит следующее, что вот такие диаграммы, да, вместе с вот такими диаграммами, где стрелка противоположная тоже направлена, да, зануляются, когда у вас нечетное число вот этих концов. Да. Фактически вот это зануление здесь, оно было вот так вот, по маргинальному уровню можно сказать, что это теорема Фарри. Да. Потому что по квантовым числам у вас вот этот... Эти спиноры, они образуют состояние 1 минус-минус, GPC наш, да? Вот. То есть здесь мы тоже должны как-то выделить электродинамическую часть. Вот для этого давайте сообразим, какой цветовой фактор у меня в вершине выделяется. Вот у меня есть вершина, какой у меня цветовой фактор? Вот в этой вершине. Вот у меня, видите, есть такая вершина, да? Есть А, Б, С, да? Есть вот такая вершина? Ой, для гаммы, по-моему. Диаграмма. Здесь стоит тоже А, Б, С. Вот две такие диаграммы. Вот сейчас давайте попробуем сообразить, что они объединяются, вот эти две диаграммы, объединяются в некое выражение, которое дает нам ноль. Нет, плохо нарисовал.
Погодите немножко, короче. Все, погодите, я рисую. Я плохо рисовал. Вот есть одна такая диаграмма. А другая я вот так нарисую. Вот здесь вот тоже клюн, только только. Вот у меня клюн цепляется к нижнему. К нижнему клюну здесь и здесь, да? Здесь и здесь. А, Б, С. А здесь вот А-штрих идет сверху, да? А-штрих идет сверху. Какой цветовой множитель у нас возникает вот в этой диаграмме, где два клюна стоят? Так, ну тут ДА, ДВ будет какой-то, да? ДА, ДА-штрих. Ну, и после сверху силовой функции в начальном состоянии цветовой что будет? Ну, дельта. Какая дельта? А. Дельта А? А-штрих. Дельта А-штрих, да? То есть здесь возникнет трейс ТА, ТА-штрих, а это есть дельта А-штрих, правильно? То есть здесь стоит дельта А-штрих. Здесь тоже стоит дельта А-штрих. Дельта А-штрих. Теперь в трехглюмной вершине. Трехглюмная вершина. А как она выглядит? Давайте я напишу, но в качестве маленького домашнего задания наизусть ее выучить. Она нам будет нужна много раз. Смотрите, пишу трехглюмную вершину. Вы запоминаете, как я ее записываю, выражение для нее. Индексы здесь цветовые, А1, А2, А3. Да? Лоренцовский индекс есть еще у каждого глюона. Μ1, μ2, μ3. Да? И импульсы. Вот я все импульсы хочу нарисовать втекающими. Вершины. К1 втекает, К2 втекает, К3. Да? Как картинка симметрично выглядела, все импульсы я втекающие нарисую. Вот. Тогда, если у меня вершина взаимодействия кварка с глюоном записывается как минус ИЖ ТА И гаомю, да, если вот здесь у вас стоит минус ИЖ, да, то есть ковариантная производная с таким знаком, что здесь стоит минус ИЖ, то есть такая, с тем же знаком, как у электродинамики, то вот эта вершина пишется таким образом. Здесь стоит тоже минус ИЖ по аналогии с тем, что здесь. Тоже стоит генератор, да, генератор, но не в фундаментальном представлении, как здесь, а в присоединенном, да. Генератор записываю, смотрите как, по часовой стрелке двигаюсь. А1, А2, А3. А1, А2, А3. А дальше идет некое выражение. Как я его пишу? Двигаюсь по часовой стрелке. По часовой стрелке. И пишу, смотрите. Идет метрический тензор с индексами μ1, μ2. То есть двигаюсь отсюда сюда. μ1, μ2. Умножить на равность импульсов первого и второго. К1 минус К2. К1 минус К2. С индексом третьей вершины. Два индекса я уже использовал. Метри в данном случае, да? Метри. С лоренцовским индексом. Дальше двигаюсь. По часовой стрелке. Метри 2, метри. Будет же метри 2, метри, да. Метри 2, метри. К вычитаю из первого, второго. К2 минус К3. К2 минус К3, да? К2 минус К3. С индексом оставшейся вершины. Мю 1. И последний как будет? Мю 3, Мю 1. Мю 3, Мю 1. Ну а К3 минус К1. К3 минус К1. Ага. На Мю 2. На Мю 2. Мю 2. Себя быстро проверяем, правильно мы импульсы расставили. Сумма всех импульсов в скобках равна нулю должна быть, да? Плюс это должно быть номером, да? Чинно? Чинно. То есть вот так вот вершина записывается, запомните, это писать нам как понадобится, чтобы мы не останавливались больше на том, что каждый раз мы вспоминаем, как она пишется, лезем в тетрадку и так далее. То есть это в качестве домашнего задания вам
запомнить и посмотреть, как это выводится. Как это машина выводится. То есть из лагранжанка ХД. То есть лагранжанка ХД поглядеть на лекциях и понять, как она выводится. Да, кстати, а конспект лекции лежит где-нибудь, как по ходу? Ну, Виктор Сергеевич, пособие же есть по ХД. Он вам, наверное, его даст. Такое же, как по ходу, да? Есть какой-то текст. Есть на Ютубе уже? Нет, это видео, именно в тексте. По ПДФ еще. Т-анимация, что такое? Это есть минус И, Ф, А1, А2, А3, правильно? А1, А2, А3. То есть по цвету наша вот эта вершина, если я импульсы все зафиксировал, здесь у меня импульс К1, К1, здесь К2 и К3. Да? То есть вот эта вершина по цвету что здесь вылезет? Ну, для обеих диаграмм что будет? Ну, вот дельты. Отсюда дельты, а вот из этой вершины что появится? Ну, F, структурная конструкция. F, А', что дальше? BC. BC, да? BC. И один вот, из-за того, как я с дельтой сверну, FABC у меня будет FABC для обеих вот этих диаграмм. Да? Да. То есть обе вот эти диаграммы, они объединятся в группы с общим цветовым множеством. И они за счет антисимметрии занулятся перестановкой. И они за счет того, что у нас один минус-минус начальное состояние, у вас фактически как будет выглядеть структура этой амплитуды. FABC вынесется наружу, да? Mm-hmm. Дальше стоит электродинамическое выражение, умноженное на вот этот пропагатор, один и тот же. Здесь и здесь. Здесь импульс К2 плюс К3. Давайте пропагатор. И на эту вершину одну и ту же, на ее лоренцевскую часть, которая одна и та же. Да? Одна и та же. Вот, следовательно, все, что круглоскопно, оно у вас из электродинамики захватится. Правильно? Согласны? Вот. Поэтому вот этого механизма здесь не будет. Вот этого механизма, они все диаграммы вот так вот попарно ведут. Да? Попарно вшли. Вот это вот здесь интереснее всего. Да? Надо вот это сечение взять. Давайте прежде чем брать это сечение, напишем, как у нас амплитуда выглядит. В амплитуде сколько таких диаграмм будет? 1, 2, 3. Ну, число перестановок. Число перестановок, это сколько? То есть моя амплитуда равна 6. 6, да? Вот я их, смотрите, как группирую тоже. Сейчас вы увидите, почему так удобно группировать. 1, 2, 3, надо здесь будет К1, К2, К3. А здесь наоборот. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Да? То есть здесь у меня. Точно так прокурал. 3, 2, 1. А, Б, С, 1, 2, 3. Да? И плюс, если я 2 вот написал, плюс все плюс циклические перестановки. Правильно? Да. Потому что эта диаграмма из этой получается одной транспозиции. Да? То есть еще 3 перестановки по каждой из этих диаграмм. Mm-hmm. Да? То есть этой процедурой я все диаграммы перечислил. Верно? Давайте сообразим, какой у нас цветовой множитель пойдет из первой вот этой амплитуды. Пишите, какой. Там здесь ТЦ будет. Здесь ТЦ. ТБ, ТА. Пожирнее, зим пониже будет. ТБ, ТА. И с чем оно свернется? С чем свернется? Класс вначале с цветовой волновой функцией. Угу. Вот напишите. Вот такой матрицы напишите индексы, да? Они вот через пропагаторы чуть-чуть увеличивают, все видно. А через пропагаторы кварков, да. Через пропагаторы кварков у вас все эти генераторы образуют обычное матричное произведение, правильно? И останутся внешний индекс у нас здесь. И здесь уже. Да? Да. И здесь же, правильно? И это мы должны свернуть с Пси-жи. Да? Пси-жи. А по индексам А, Б и С мы с чем сворачиваем? С
Сегодня Андрей уже с основными функциями глиона хи1а, хи2в, хи3c. Сопряженные, он же в конечном состоянии. Да. Так хи1а, хи2б, хи3c. Да. Все сопряженное. Все сопряженное, да. И на матричный элемент электродинамики. Да. На ИМ1К напишите. И, да, ФИ напишите просто. ИМ1, да, я только первую диаграмму сейчас смотрю. Альфа-на-альфа-эс. Которые заменена альфа на альфа-эс, в скобочках. Альфа заменит на альфа-эс. Ну и масса, соответственно. Масса электрона на массу цикваха, да? Это я пишу, точнее, Кирилл пишет, амплитуду первой диаграммы, да? Где это? Первая диаграмма, да? Чему это равно? Так, ну тут дельта и же, это трейс будет. Будет трейс. Единица на поле z, да. Трейс. Трейс. Все, а ты будет c. Так, я вас половину, да, тоже? Так, это у нас будет... Единица на поле из c, трейс, t, 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 c, да. Угу. Вот такой трейс у нас. А, чуть-чуть отойдите в сторону. Давайте вспомним, что такое ТАТБ. Вот мы с вами формулу выводили, помните, на позапрошлом семинаре? Помню, да. Какая формула была? Для генераторов фундаментальное представление. Трейс ТАТБ равен. Трейс ТАТБ? Ну не трейс, а просто ТАТБ. Не, у вас не получится. Ничего мне не получится. Там дельта и структурная константа. Негативных перестановки не получится. Это второй диаграмм. То есть в том же порядке вот писать. У нас сначала идет С, потом Б, потом А, да? С, Б, А. Вот для Т, А, Т, Б давайте напишем. Ну там дельта и структура. Дельта на 2n, да? Да. Плюс что еще? И плюс f abc. Да, а с собой второй, правильно? Да. С собой второй 2. Да, то есть f ab. Нет, давай справим, кстати, с b я стою. B a. Ты k допустим. K. На tk. Ну нет, здесь не будет немножко так. Здесь сначала идет D, правильно? D. Да. Потом что? Плюс I на... Потом I на F. F. B, A, K. B, A, K, да? И все это подвесло умножить на T, K. Да. Да, все верно, отойдите. Правильно? Да. Такое выражение было. Дальше я все это должен умножить на TC оставшиеся и взять след. Ну, да. Тогда след от выгодной радости чему будет равен? Если мы это c умножим, возьмем след. Так, ну... одна вторая? Нет. Так, единичная. Это же просто единичная матрица этих следов. Я могу... просто след tc будет 0. Это будет просто след tc будет 0, правильно? То есть вот это будет. А что останется? Так, tc такая, это будет... символ Кроникера, дельта. След ТЦ, ТК. След ТЦ, ТК, чему равен? Одна вторая дельта. Угу. Одна вторая дельта ЦК, да? И значит, все вместе это чему будет равно? Вот это все останется, да? Да. Одна вторая. Так, единица на корень z останется. На корень z остался. Одна вторая. Одна вторая здесь была, и одна вторая из нормировки генератора. Одна четвертая. Одна четвертая. Да. Давайте добавим. Угу. D, B, A, C. D, B, A, C. Угу. Плюс I. Угу. F, B, A, C. Да. Ну, когда мы просуммируем по всем перестановкам, да, то... Да, такое, да? B, A, C. Да. Чуть-чуть отойдите. Да.
Что вы хотели сказать про суммирование? Я хотел сказать, что когда мы просуммируем по всем перестановкам, то у нас за счет антисимметрии же должно. Что это? Не обязательно. Вот мы сейчас, смотрите, рассмотрели только одну диаграмму, да? Да. Вы увидели, что у этой диаграммы вот такой ножник, да, световой. Давайте напишем ответ. Одно. Одно. М1 из Кэт, да, М1 из Кэт. Единица на 4 корня из Z. ДБЦ. РУЗИФЦ. На ПСИ ЖИ. На ПСИ? Какой ПСИ? ПСИ уже ушла. А, так, да. ПСИ вам дала след. Да. И на новые функции клёна. И 1 на АХИ 2. Все сопряжённое. И матричные элементы кардинальные, да. Самое главное. То есть вся лорентзовская структура здесь сидит, да? Здесь сидит вся информация о том, что у нас один минус минус лизон, да? Это все его будет кардинальная часть сидит. А цвет может быть, да. Отлично. Про ДМ знаете, что они симметричные по А, Б и С, правильно? Ну да. А про F мы знаем, что они антисимметричны при перестановке, верно? Поэтому, когда я буду рассматривать, например, вот эту диаграмму, у меня вылезет, что? У меня появится... Так, внизу здесь напишем. EN2. И здесь у нас... Не, ну можно уже и сумму прямо написать. Для EN2 напишите выражение, какое получится. Единица на корень. Так, D. B, C тоже. D будет такое же, да? Правильно? Потому что для B, для D не важно, для D символа не важно, в каком порядке мы пишем. И минус, и F, B, C. А F будет с другим знаком. Вот это F, которое B, A, C, оно будет с другим знаком. Правильно? А здесь стоит матричный элемент. Как я пишу, видите, что это была первая диаграмма, а здесь это вторая диаграмма. К. Вот. Следовательно, когда я просуммирую все 6 диаграмм, да? То у нас будет Так, то есть вот здесь у нас будет просто фактор 6. Вот. Ну, нет, почему фактор 6? Это разные вклады. А, да. Из кэпта идут разные вклады. Главное, что общий множитель, да? Я вынесу общий множитель D. BC. И у меня возникнет DBC, умноженное на полную амплитуду электродинамики, правильно? Ну да. Вот они все просуммируются, дадут амплитуду электродинамики. А спрашивается, что с F произойдет? А они не занулятся? Занулятся, почему? Потому что когда мы по ним по всем просуммируем, за счет антисимметричности сопряжения. Вот это два разных, это две разных амплитуды. Это две, вы же их не писали только что эти амплитуды, правильно? Ну да. Они, то есть так не очевидно, что они занулятся, да? Они занулятся вот в парах, вот именно в таких парах, как я нарисовал. Вот я нарисовал одну из трех пар, да, эту диаграмму и вот эту диаграмму, да? Потому что амплитуды одинаковые будут. Вот так получается, что, смотрите, что вот перед F, B, C, да, у меня возникнет отсюда M1, правильно? Вот эта амплитуда из F взятая. А амплитуда вторая со знаком минус пойдет, правильно? Ну да. Вторая со знаком минус пойдет. Вот. И почему они, по какой причине они разнулятся? Вот я теорему Фарина не зря здесь вспомнил. Теорема Фарина что говорит, видите ли, картинку? Вот если я еще один потом нарисую, да, то это уже и будет не ноль, правильно? Это уже не равно нулю. Но вот эта диаграмма, как связана с вот этой? Они отличаются тем, что направление стрелок поменяли, да? Вот эти две диаграммы отличаются, если вы ее перевернете, да, то А, Б, С будет в правильном порядке, а стрелка будет в другой, в другую сторону направлена, да? Как они знакомы? Они одинаково просто, они удваиваются. Когда у вас
четное число фотонов, да, если две диаграммы удваивались, когда нечетное, они вычитались. Мы с вами в первом семестре теорему Фани доказывали, помните, да, на одном из первых семинаров. Вот эту теорему. Как раз там для нечетного числа они просто сокращались, да, после замены переменных мы видели, что они сокращались. А для четного числа они удваивались. То есть вот эта амплитуда была равна вот этой амплитуде. И точно так же здесь, здесь такой же механизм. То есть из, фактически из С четного, ну, применив преобразование С четности, С преобразование, вы можете показать, что вот эта амплитуда переходит вот в эту амплитуду. Да? И они просто сокращаются друг с другом. Понятно? То есть получаем, что у нас все F выйдут. Все F выйдут. Значит, что у нас в сумме останется? Давайте ответ напишем. Значит, в сумме и M за ХД. Чему получилось головой? То есть образовался Кэдовская часть. Кэдовская часть просуммировалась, да, и все шести амплитуд. 4 корня из N. Угу. На D. Б, С. Ага. Найти. Отлично. И если мы теперь возводим в квадрат? Теперь возводим в квадрат и суммируем по всем конечным цветовым состояниям углеводов. И у нас сечение будет? От суммирования, да, по каждому пути возникнет свой дельта-символ. Да? Но вы не сечение, а вы еще пока просто маточный метод. Чуть-чуть соберем. Квадрате. Да. На 16 N? 16 N, да. Угу. А здесь у нас дельта в отлазе. Когда мы сворачиваем. Из просто амплитуды выскочит D, A, B, C, да? Да. Из сопряженной выскочит D, B, C. B стрих, A стрих, C стрих. Да. А из суммирования по каждой поляризации возникнет дельта A, A стрих, дельта B, B стрих, дельта C, C стрих. Правильно? Да. Надо подробно расписывать или понятно? Да, понятно. Понятно, да? То есть в результате что у нас останется? Дельта... Не дельта, это D. D, B, C, да. Из D, B, C. Из D, B, C, да, скажем так. Нет, давайте 12. Чему это равно? Ну, это получение. Ну, это получение в прошлом семинаре. А помните, задачка, которую в самом начале я просил вас посчитать, сказал, что это нам понадобится, да? У нас была одна формула, мы вывели, для D, А, Б, С, Д, А, Б, С, штрих. Здесь разные индексы. Чему это было? Квадратик 4, да? Да, чему? Ну, дельта С, С, штрих. Дельта С, С, штрих, самое главное, да? И коэффициент. Н квадрат минус 4 поделить на n. Да? Вот такой коэффициент, да? А если я теперь еще по С, С, штрих... Ну, Н квадрат минус 4 просто будет. Да. Да, n квадрат минус 4. Это не соединенный индекс. Это не фундаментальный индекс, а индекс, который меняется до единицы, до n квадрат минус 1. Ну да. Поэтому чего вот это n квадрат? N квадрат минус 4, n квадрат минус 1, делить еще на n. Делить на n, да. Да. Правильно. Отлично. Давайте теперь запишем наше... На ширину. Ширину GC, да, переходит в 3 блёна. Вот эту ширину. У нас всё для этого есть, да? То есть, во-первых, мы можем взять старое сечение, которое я сегодня выписывал, да? Да. С коэффициентом какой-то 4 третьих или 4? Да. 4 трети, да, спин единицы у нас, то есть 4 трети, 4 трети, умножить на поток, да? Да. На 2, синус n квадрат, бета. Бета.
умножить на неделитеристское сечение, да, как мы получали. Вот на это, оно, оно будет таким же, как в CAT. Ну, какое? А нет, не столько будет менять. Я могу только это в 3 гамма. 3 гамма и вот на этот фактор же еще. Угу. То есть... Нет, ну вот не как 3 гамма. 3 гамма здесь есть некий лишний множитель, которого здесь не будет. Вот это Q6 на NC, да, ну, да, здесь не будет. А? Оно же у нас там из электродинамики. Не знаю. Вот для этого важно. 2 третьих, и квадрат плюс 9. 1 на B. А? 1 на B. 1 на B, да, здесь стоял еще. Квадрат. Альфа в кубе на МС. Альфа какая? Альфа, да, да. Альфа, yes. На МС в кубе, да? Вот, МС в квадрате. Да, то есть вот такое сечение. На n квадрат минус 4, n квадрат минус 1. Единица на бета еще была с чем, да? Бета, да. Которая скрафтится. И на, ну, еще этот фактор. N квадрат минус 4. Ага. То есть у нас n квадрат плюс 1. Сколько? N квадрат. Не, 16. 16 n квадрат. Это 16. Да? Угу. Все, все лишнее сокращаем. Так. 4 на 2 на 2, 16, все сократится. 1 треть будет. Та, 1 девятая, да. 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 То есть пи квадрат. Так вот будет. На альфа s в кубе. Угу. Там же пи квадрат минус 9, а что в случае параметров разделить на 9? Потому что пи квадрат минус 9 такой случайный малый параметр. Ну, ну ладно, давай так. Угу. Пи квадрат минус 9. Угу. Альфа в кубе. На МЦ квадрат. Угу. Н квадрат. Пожирнее пишите, покрасивее, чтобы видели. Да. Пишите. Я стрим, я от вас ничего не понимаю, что пишите. Что есть такое? Это МС квадрат. МС квадрат, это квадрат. Угу. И псим мы либо малый квадрат. Да. Да? Угу. Отлично. А, ну, собственно, и все. Теперь нам с вами надо написать это отношение. Да? Это отношение. Тут будет двойка, которую мы считаем. Да, здесь будет, во-первых, двойка. Равно 2 плюс прибавить вот эта ширина поделить на ширину GPC в и плюс и минус. Чему она была равна? Здравствуйте, сейчас пишите мне стен. А у меня-то в тетрадке ее нет, потому что я ее и получил. Почему она равна? Она 4 равна 4 равна 5 по модулю в квадрате, домножить на 4 треть. 4 равна 3, да, там было бы. Да, ну на пи, да, можно. На пи, на n, на q квадрат. Угу, n, ага, q квадрат. Вот, потом там знаменатель равен c в квадрате и альфа, ага, на m в квадрате. Альфа в квадрате, правильно, и mc в квадрате, да, правильно, по положению. Вот, и вот это... Вот это вот на это надо поделить. Мало вот это положение поделить на вот это положение. Да. Так, ну у нас n в кубе будет в знаменателе, по квадрату в знаменателе. Угу. Так. 4 третьи, 4 третьи, да, 3 четверти. Да. Да. Угу. Пи квадрат минус 9 на 12. Пи квадрат минус 9. Да. Почему 12? Потому что тут 9 на 3 четвертых. 9 на 3 четвертых. Да. 12 апреля, да? Да. Есть 3 четвертых. Да. Угу. Альфа s в кубе на альфа квадрат. Угу. М,
c в квадрате уйдет, q квадрат знаменатель. Так, что уйдет еще раз? Mc квадрат. Нет, здесь mc, здесь mc в квадрате, как оно уйдет? Нет, m. А, mc. Да, да, q квадрат знаменатель. И здесь n квадрат минус 4, n квадрат минус 1. N квадрат минус 1. На n в кубе. На n в кубе, да? И, по-моему, все. Все ушло, да? Да. Хорошо. Больше вы извинились. Что? Больше того, я могу сказать. Альфа S дебитарь. Ну, мы альфа S. Больше, больше. То есть, вот это... Вот это... Можно же взять на 4. Точнее так, не то чтобы можно взять на 4, скорее наоборот делают. Но вот это видно, что довольно большая величина, да? Но альфа двумерятельный стоит. Ну да. То есть двойка она вполне, вполне сравнима. Вот экспериментальное значение... Вот экспериментальное значение, если я его возьму, эксперимента, это около 14. 14,7. Значение это выражение 14,7. Да, 14,7. И отсюда, в принципе, тоже, вот зная вот это экспериментальное значение, да, отсюда можно альфа S извлечь. Правильно? Альфа S отсюда можно. Отсюда извлечь альфа-с. Альфа-с получается примерно... Альфа-с получается... Примерно 0,2. Примерно 0,2 получается, да? Приехали на буквально 300, да? То есть так сильно изменилось. Да-да-да. Да-да-да. То есть, в общем, что отсюда следует? Что большой верой, да, вот этому такому нахождению альфа S, как у нас, мы ее нашли сначала из этого C, потом нашли отсюда, да, в принципе, нет. Ну, видно, что сильно разные значения получаются. Ну, потому что если мы попытаемся плавающую константу применить, то она получится. Потому что мы с вами везде, когда считали вот эти отношения, мы использовали нерелятивистские сечения. Да, пороговые нерелятивистские сечения. Правильно? То есть мы существенно использовали, что у нас центрическая система нерелятивистская. Это, вообще говоря, не очень правильно. Вот из правил сум можно извлечь. Вот тут не только глионные конденсаты извлекают, но это основная такая деятельность привлечения глионных конденсатов, да? но и массу C-кварка можно извлечь и посмотреть, чему альфа-S на этой массе равна. Это значение 0,4, оно гораздо ближе к реальности, чем вот этим 0,2. То есть то, что мы имели для этого C, из обработки данных по этому C, оно на самом деле ближе к реальности, чем вот эти 0,2. То есть здесь вот в этой модели считать C-кварк является худшим приближением, чем в этот C. Считать C-кварк нерелятивистским считает будет худшим приближением, чем в этот C. Да? Потому что они здесь, они у вас здесь в спине единицы, то есть это более возбужденное состояние, масса больше, да? Вот. А они находятся более далеко друг от друга, чем в этот C. Да? И получается, что отклонение от закона Кулона и нерелятивизма, оно больше у вас. То есть вот взаимодействие, вот это феноменологическое же на это, да, оно дает о себе знать здесь больше, чем в этот С. А если для нескольких, адронов это сделать и так и делать, так и делать, да. Только сплайнинг не надо строить. Избавились. Только во всех этих формулах мы использовали нерелятивистские сечения. То есть антидиаграммы рисовали. Да? Правильно, не нерелятивистские выражения для этих диаграмм. Считали, что у нас теория возмущения применима. Да?
То есть эти же диаграммы – это все теория возмущения, что вообще говоря, неправильно, потому что в эти ширины, распада GPC, скажем, плюс химинус, дают вклад не пертурбативные вклады, дают вклад глионных конденсатов. Вот глионный конденсатор был на лице, что-то такое, да? Ну, будет, но вот впервые как раз он, глионный конденсатор, был обнаружен вот из правилах СУМ для... был вытащен из правил СУМ для распадов GPC CCC-системы. То есть это некая непертурбативная величина, хоть она и довольно маленькая, да? Значение глионного конденсатора, то есть среднего вакуума от альфа С на Пи. F из них в квадрате, да? Такая величина по вакууму, да? Средняя. То есть теория возмущения, если будет считать, естественно, это ноль, если вакуум не взаимодействующий. Да? Если вакуум взаимодействующий, то на самом деле непонятно, что это такое, оказывается, что это не ноль. Вот эта величина, она хоть и довольно маленькая, но все-таки она значительно влияет и на массу C-кварка, вот что такое масса C-кварка, и на именно ширины, да? То есть эта величина важна, оказывается, здесь. Если вы более грамотно рассматриваете это все, не как водородоподобную систему, не как потенциальное приближение, не как теория возмущения, да? А учитываете также пертурбативные и непертурбативные вклады, то вот эта величина, которая примерно 0.01 f4, она, кажется, важна, то есть какой-то пертурбативный вклад. То есть, еще раз подчеркиваю, то, что мы сегодня делаем, не надо к этому слишком серьезно относиться. Да? То есть мы фактически тренировались на использовании цветового алгебра. Да? Смотрели, как там происходит факторизация диаграммы электродинамики и так далее. Ну, по порядку величины правильные числа получались, первая задача особенно. Да? Здесь вот немножко похоже, вот это появится немножко похоже. А вы не могли вот это все доказать проще, если выбрать в одновые функции плюнус с определенной цичетностью? А потом уже... Ну там, если выбрать типа там цвет, антицвет, плюс или минус, там антицвет, цвет. Может быть и могли, я не знаю, я про это особо не думал, но я еще раз подчеркиваю, в принципе у вас у глиона нет определенной зачетности. Нет, да? Когда говорят про эту зачетность, обычно подразумевают, что вы можете отфакторизовать все к диаграммам электродинамики, и в электродинамике у вас такие же диаграммы, только с фотоном. А у фотона есть зачетность, поэтому к этим диаграммам применимы правила одно. Обычно имеют в виду это. А вообще приписывать глиону зачетность – это порочная практика. Еще вопросы есть? Скажите, почему вот мы когда расписывали, почему берем они 7 лет? Сыпали 7 лет? Ну, мы изначально говорим, что у нас наш GPC, да, находится в синглетном состоянии. То есть это некое экспериментальное наблюдение, которое нам говорит, что у нас наблюдаемыми являются нецветные объекты. То есть GPC у нас это наблюдаемый горизонт, да? Мы его в природе видим, поэтому он должен быть нецветной. Нецветной — это значит, что он в синглете по цвету находится, в синглетном состоянии. Ну и кроме того, мы на прошлом семинаре видели, да, что для нерелятивистских систем, если все диктуется вот взаимодействием кулоновского типа, то если они не в синглете находятся, то они просто связанное состояние не образуют. Там потенциал с другим знаком, да? То есть они не связываются, поэтому картинка не самосогласована. Здесь мы хоть как-то за уши могли кулоновский потенциал притянуть, да? Сказать, что они вот, они на сильно малых расстояниях здесь центрится, поэтому можно считать взаимодействие кулоновским. То если они не в синглете, то даже говорить на них не о чем. Во-первых, это наблюдаемое состояние, во-вторых, они связанное состояние не образуют. Теория возмущения. Все? Ну ладно, тогда до вторника.